Що ж, друзі, перші гості у нас уже в студії. Це Юлія Анкосі, проект-менеджер рекламної агенції «Мармелад», та Алла Єнтіна, директор цієї ж рекламної агенції. Дві солодкі жінки сьогодні у нас у студії, з якими ми будемо говорити про рекламу в Миколаєві. Сейчас я объясню, собственно, к нам девушки пришли не с пустыми руками, а принесли нам мармелад. Поэтому это будет один из крутых эфиров, на протяжении которого я буду есть. Смачного, Михайло. Дівчата, розкажіть мені, будь ласка, про особливості рекламного ринку саме в Миколаєві. Яка вона Миколаєва, миколаївська реклама або реклама по-миколаївськи? От мала до велика все пользуются рекламой, реклама – двигатель торговли, и, как вы видите, у нас рынок на сегодняшний день перенасыщен. Да, я бы тоже сказала, очень много. Очень многими и рекламными плоскостями, и носителями рекламными, но на сегодняшний день это, наверное, один из принципов заработка и дохода для людей. А какой должна быть реклама, чтобы она попадала вот точно в цель? Ну, это вам скажет Алла уже, Алла более креативно мыслит. Ну, вообще, наверное, это очень сложно сказать, чтобы реклама попадала в цель, потому что люди разные, реагируют на рекламу по-разному. Дизайнер, который в первую очередь делает эту рекламу, должен быть и маркетологом, и психологом отчасти, для того, чтобы не просто взять красивую картинку, а чтобы она несла с собой, ну, в себе именно ту информацию, которую хотят дать и дизайнер, и сам клиент в первую очередь. Поэтому сложно сказать. Скажи, пожалуйста, вот николаевские клиенты, они любят креативность или более вот классики? Я бы сказала, ни то, ни другое. Они приходят поесть. Да, на самом деле есть интересные проекты, но не так много, как хотелось бы, ну, если честно. Потому что у нас в Николаеве очень много людей хотят себе рекламу по принципу, вот у него такая, и я хочу себе такое же. Вот. Многие не хотят над этим задумываться, они считают, что это, ну, как бы, такое что-то, что ничего сверхъестественного в этом нет. Будет висеть какая-то вывеска с названием, ничего она в себе не будет нести, грубо говоря, никакой смысловой нагрузки. Просто красивая картинка, на самом деле это не так. Это очень такой серьезный аргумент для человека, чтобы зайти или обратиться в ту или иную компанию, или, там, контору или магазин. То есть, говорят, в сущности реклама – это то, что продает 24 часа в сутки. То есть, грубо говоря, если нанятый работник, он отработал, ушел домой, реклама, которая висит, например, на вашем магазине, она продает 24 часа. Что является изюминкой, скажем, мармеладинкой вот рекламы? Что должно быть все-таки в этой рекламе, чтобы она продавала 24 часа в сутки? Должна быть найдена золотая середина между клиентом-дизайнером и продаваемым продуктом, который будет в том или ином магазине там, или в каком-то месте продаваться. Наверняка вы сталкивались с такой проблемой, что в последнее время реклама – это уже именно нарицательное, что-то такое, что надъедает и зачастую людей бесит. Слишком много рекламы. Скажите, как вы с этим боретесь и как вы делаете рекламу такой, на которую хочется смотреть? То есть качество, мы говорим о качестве. Да, я вот хотела как раз уточнить этот момент, что проблема не в количестве, а проблема в качестве. Если бы у нас было такое же количество, но качественной рекламы, то, поверьте мне, она бы только радовала. Очень много креативных есть людей в Николаеве, но зачастую они находятся у потребителя на николаевском рынке. К сожалению, они работают с другими городами, либо совсем с другими странами. Вот это обидно, действительно, потому что в Николаеве есть где развернуться и есть кому. Вы фактически выполняете, если так сказать, метафорически роль визажистов, потому что вы делаете лицо бренда. То есть фактически так же есть. То есть ваша реклама – это первое, что видят непосредственно заказчики, клиенты, тех людей, с которыми вы работаете. Каково это чувствует на себе такую ответственность? Потому что, вероятнее всего, от вас зависит судьба целого бренда. Именно поэтому мы всегда очень деликатно и очень аккуратно подходим к каждому из проектов. Никогда не нужно торопиться, в спешке не рождается ничего хорошего. Вот, мы плотно работаем с заказчиком, выясняем, что ему хочется видеть, предлагаем свое, и в такой компании создаются вот такие вот формула успеха. Вещи. Сейчас вам предстоит закончить некоторые известные фразы. Итак. Ну как известные? Ну, известные нам, мы так писали. Не так страшен клиент, как его фокус-группа. Так ли это? Так ли это? Конечно. Да.
главный бухгалтер не Тимошка в дизайне сечет немножко. Это да. Ваш бухгалтер? Обязательно. Наши бухгалтера у нас все, даже техработник сечет в дизайне. Следующее. Какой бриф, такой и креатив. Давайте объясним, что такое бриф. Бриф это то техническое задание, грубо говоря, можно так его назвать, которое дается дизайнеру в работу, для того, чтобы дизайнер понимал, что от него хотят, что клиент подразумевает под той или иной своей позиционированием. То есть клиент пишет, что он хочет? Свои пожелания, грубо говоря, как он это видит. Там конкуренты, да, все остальное. Вы согласны, собственно, с такой формулировкой или нет? Не согласна. Вы знаете, это вообще согласна. Не-не-не, на самом деле. Дизайнер согласен, я не согласна. Нет, в Николаеве такое понятие, если честно, как бриф, это очень редкое понятие. Потому что у нас люди настолько не знают, что они хотят, что они даже написать это не могут. Ого. В брифе. А как вот, собственно, это, наверное, уже совет в перспективе вашим будущим клиентам. Как все-таки определиться и понять, чего ты хочешь? Как найти, вот, как я уже говорил, нормеладинку ту самую, чтобы прийти? Что нужно сказать, когда вот к вам приходят люди? Вот сделайте мне что-то положиться такое красивое. Положиться просто на знания и умение. То есть довериться специалисту. Довериться специалисту. Потому что, знаете, действительно, в Николаеве это проблема. И, может быть, люди настолько, ну, не уверены, знаете, как бы разочарованы в предыдущих каких-то местах, где они обслуживались раньше. Что они не верят, что можно, чтобы сделали хорошо, их поняли и даже сделали лучше, там, чем они ожидали. Девочки, да. Спасибо огромное. Желаю вам побольше хороших идей, побольше спасибо. Богатых клиентов. И, конечно же, приходите к нам еще в гости. Мармелад. Мы не уйдем, пока мы не дойдем. Мармелад. Мы снимемся в следующей передаче.